Внимание на табло. Они появятся на М7 и информируют водителей, с какой скоростью те едут. При превышении порога скоростного режима включается предупреждение. Превышение скорости, пожалуй, основная причина совершения ДТП. Из-за этого нарушения ежегодно гибнут и калечатся тысячи людей. Табло, информирующее водителя о скорости его движения, призвано уменьшить печальную статистику. С этой же целью на опасных участках М7 устанавливается тросовое разделительное ограждение. Капитан внутренней службы покинул больницу. Врачи не успели провести медосвидетельствование. Полицейский, по всей видимости, является виновником ДТП. Под Владимиром его Hyundai, выезжая на главную дорогу, столкнулся с Сан-Янгом, у которого было преимущество движения. В результате полицейского и его пассажира, а также двоих находившихся в Сан-Янге, с травмами госпитализировали. По факту ДТП проводится служебная проверка. Полицейскому грозит увольнение из органов. В Владимире откроется школа пациентов для женщин с диагнозом рак молочной железы. Ее цель – не оставить больных наедине со страшным диагнозом. С ними готовы общаться онкологи, высококвалифицированные психологи и юристы. Человек должен быть уверен, что получает правильное лечение. Школа пациентов будет работать в онкодиспансере на Каманина 22 октября, начиная с 11 часов дня.